Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Приветствую всех, кто работает в интернете. Меня зовут Валерий Иванов, и сегодня я хочу ответить на один из самых часто задаваемых в последнее время вопросов. Как работать в системе IP-out? Я уже снял, по-моему, 2 видео на эту тему. И сегодня я хочу показать вам структурную схему движения денег, для того, чтобы стало понятно, откуда, чего у нас куда перетекает. Мне кажется, структурная схема поможет ответить на многие вопросы партнеров, которые не могут завершить платежи. Вариант первый. Вы хотите завести в систему деньги. Многие хотят завести деньги заранее, чтобы они висели у вас в кошельке. И когда подойдет момент, оплатить абонентскую плату. Тогда вы нажимаете кнопку, вот эту черную, Make a Deposit. Выбираете, здесь вписываете сумму, которую вы хотите внести, например, на покупку пакета Basic $150. Выбираете систему IP-out и нажимаете кнопку «Депозит». Когда вы нажмете, у вас появится здесь строчка «Проверьте ваш почтовый ящик». Вы заходите в почтовый ящик и обнаруживаете вот такое вот письмо «Незаконченный платеж» Argent Global Network. Кликайте по этой ссылке и попадаете к себе в бэк-офис. Вот сюда заходите. Это бэк-офис IP-out. И здесь у вас будут висеть все ваши запросы, все ваши незаконченные платежи. Если у вас платежей много, то вы снимаете галочки с тех, которые вы не хотите оплачивать сейчас, и оставляете только один, например, вот $150. Дальше смотрите, сколько у вас на балансе. Если у вас на балансе 0, то выбираете систему, из которой вы хотите завести деньги. Вы можете завести либо с банковского аккаунта, если вы живете не в России, либо с наличкой, опять же, в России эти платежи недоступны. Либо с онлайн-банкинга, либо с Alipay, либо с Kiwi Wallet. Но самый удобный для россиян, конечно, кошелек Kiwi Wallet. По нему у меня уже есть отдельное видео, я сейчас останавливаться не буду. У многих партнеров деньги поступают вот сюда, и они висят на балансе в кошельке, но не понимают, как оплатить можно. Это ваш кошелек. Вот из этого кошелька просто и валит. Нажимаете «Способ оплаты». И оплачиваете ваш платеж. Все, он автоматически у вас уходит в Argent Global Network. Еще вариант. Если вы хотите не просто внести деньги, а, например, купить пакет сразу, просто выбираете Select на пакете, например, Basic. Вот у вас висит сумма к оплате. Нажимаете эту кнопочку, сделать депозит, Make a Deposit. И выбираете способ оплаты. Оплачиваете то, что вам было нужно. Еще одна из проблем, с которой я столкнулся, это когда люди завели деньги в систему без запроса, а теперь пытаются каким-то образом перевести деньги с внутреннего кошелька IP-out в Argent Global Network. Просто так это сделать невозможно. Вы можете только оплатить платежные требования, которые у вас будут висеть в кошельке IP-out. Платежные требования формируются в вашем бэк-офисе Argent Global Network и поступают в ваш кошелек IP-out. И здесь вы можете его оплатить. Люди пытаются перевести, и они ищут, а как перевести из кошелька деньги в Argent Global Network? Никак не переведете, только оплатив платежные требования. И теперь давайте я немножко подробнее расскажу, что такое IP-out и как эта система работает. Я нарисовал вот такую структурную схему. В центре, в красном прямоугольнике, я схематически изобразил платформы IP-out. Вот подписано красным цветом в центре. Дело в том, что это универсальная платформа, и ее используют огромное количество проектов в интернете. Почему это нужно? Самая сложная задача – обеспечить безопасное передвижение денег. Самый уязвимый момент – это перевод денег с банковских карт в ваши кабинеты. Для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности, проекту придется открывать целый отдел безопасности, который будет заниматься контролем и проведением платежей. Это достаточно дорогое удовольствие, и ни один проект не может гарантировать. Я сам лично знаю массу примеров, когда были использованы украденные банковские карты, пустые банковские карты, и все это проекты заполнялись просто пустыми, несуществующими деньгами. Чтобы этого избежать, Argent Global Network, так же как и множество других проектов, выбрали самое разумное решение. Заключается договор по открытию кошельков на платформе IP-out, и каждый из партнеров проекта регистрирует свой кошелек так, как будто бы он принадлежит проекту Argent Global Network.
Вот у меня ниже изображены, если увидите, прочие проекты и бэк-офисы прочих проектов. Например, у меня в платформе IPOut открыто 3 кошелька от разных проектов. Я в тех проектах уже не работаю, но кошельки по-прежнему открыты. Мы сейчас будем рассматривать только кошельки Argent Global Network. Смотрите, вот большая синяя стрелка, идущая от Argent Global Network, это платежное требование, которое формируется в вашем бэк-офисе Argent Global Network, и это платежное требование поступает к вам в кошелек IPOut. Дальше, с правой стороны, вот желтый смайлик, это вы. Вы пополняете свой кошелек IPOut, кошелек у нас в центре вертикальной серая полоса, любым из доступных в стране проживания, либо доступным для вас способом, это Visa, Kiwi Wallet, банковский счет, наличный интернет-банк, либо Alipay. Вы пополняете кошелек. Дальше, если вы последовательно выполнили все действия, как я показал в начале, сначала выбрали сумму пополнения в кабинете в бэк-офисе Argent Global Network, потом попали в свой кошелек, потом выбрали способ пополнения, например, Visa, Kiwi Wallet, то деньги у вас автоматически спишутся с Kiwi кошелька и транзитом, пройдя кошелек IPOut, мгновенно окажутся в бэк-офисе Argent Global Network. Вы их там даже не увидите, они просто пройдут и все. Если же вы просто пополняете кошелек IPOut для того, чтобы использовать их потом по своим нуждам, например, с запасом 200, там, $300 и завели в кошелек, и оплачиваете из внутренних денег кошелька IPOut, то вы просто выбираете из списка, как я показал в начале, платежные требования, снимаете галочку «Ненужные», оставляете галочку на том, которое вам нужно оплатить, и оплачиваете, но уже указываете внутренний кошелек. То есть вот здесь вы указываете платежное требование, которое хотите оплатить, и нажимаете «E-Wallet». И деньги с внутреннего кошелька вот отсюда списываются и поступают согласно платежному требованию. Вот так эта система работает. Платформа IPOut берет определенную комиссию за свою работу. Собственно говоря, из-за этого они и работают. Но они гарантируют 100% полное безопасное передвижение средств с внешних источников пополнения в тот проект, в котором вы зарегистрированы. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сегодня рассказать об этой возможности пополнения кошелька и оплаты статусов и рекламных пакетов в проекте Argent Global Network. С вами был Валерий Иванов. Обильных источников дохода вам. Всего хорошего. До свидания. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.